Ребята, всем привет! Начну с того, что у Дианы вышла ее первая маска в Инстаграме. Ребятки, кто не сохранил еще маску Дианки зайчонок, сохраняйте. Смотрите, какая она опупенная. Особенно мне она нравится без ушей. И возможно, что скоро выйдет ее мерч. На вопрос подписчицы о мерче мама Дианы ответила, что обязательно будет. По поводу татуировок. Оказывается, Диана их выбирала вместе со своей мамой. То есть Юнона мало того, что не против, а еще и помогала выбрать рисунок. Но считает, что больше другие делать не надо, и этих достаточно. На вопрос, почему многие ребята, которые раньше снимались в реалити, сейчас не снимаются? Ответ такой, у нас не может сниматься 100 человек. По поводу Маруси, ее настоящее имя Оля. Похоже, девушка реально ушла из команды в начале февраля. Оле исполнилось 18 лет, и возможно, времени на съемки у нее нет из-за учебы. Согласитесь, не всегда же ты будешь актером, надо продолжать учиться и двигаться дальше. Теперь о Райне. Вы, наверное, обратили внимание, что в моем видео все имена актеров Леди Дианы не оказалось Райна. И все потому, что я просто не могла найти точные доказательства, что его реально так зовут. И вот, ребята, я сейчас готова назвать вам его настоящее имя. Красавчика зовут Миша. Он родился 6 апреля, а значит, по гороскопу он Овен. Фотографий в свободном доступе Миши очень мало и практически все, где он еще маленький. Ребят, это был быстрый обзор, а следующее видео будет переписка со Смайлом. Я уже это видео сняла и сейчас монтирую. Ставь лайк, если тоже не любишь понедельники и тебе лень ходить в школу. Ладно, обняла каждого. Всем пока.